Чем мы собрались вообще сегодня, да? А что у нас сегодня? А, сегодня 21 мая, да? Днюха что? А, у него днюха! Ты что, у него днюха, точно! Ёфта, мы! Вот, дружище! С днем рождения! Да, вот, как бы так. Большого тебе благополучия, большой любви, удачи, чтоб любили тебя твои близкие, завидовали враги и уважали тебя друзья. Ну, желаю. Удачи. Много. Нахуя? Всякой-всякой. Любви. Большой-большой. Здоровья. Крепкого-крепкого. Чтоб любили тебя твои близкие, завидовали враги и уважали тебя твои друзья. Понятно, вы. Здорово, нахуй. Ёлкай. Да. Тимо, поздравляю тебя с твоим 20-летием. Желаю тебе всего самого наилучшего, чтобы у тебя все с девушкой хорошо было. Сука. Ты кто вообще? Счастья, здоровья. Сука. Сука. Оставайся таким же веселым, жизнерадостным человеком, как ты сейчас есть. Ну, удачи. Всего-всего. Самого. Тим, привет. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе много счастья, здоровья. Вот, ну и всего-всего в личной жизни, ну и вообще на будущее. Ладно, короче, Тёма, с днем рождения тебя, всего тебе самого наилучшего. Пусть все у тебя будет круто во всех аспектах твоей жизни. Ты крутой чувак. Дружбанище, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, самого всего хорошего. Ты замечательный друг. Удачи тебе, успехов во всем. Ну, в общем, самого такого сильного. Артем, хочу тебя поздравить с днем рождения, счастья тебе, здоровья, всего самого наилучшего. И чтоб любви тебя побольше и всего хорошего. Короче, Артем, так, хочу тебя поздравить я от всей души с днем рождения. Пожелать тебе в первую очередь, конечно же, здоровья, как бы это банально не было, но все-таки, я думаю, с твоим образом жизни оно тебе в любом случае пригодится. Так, что тебе еще хочу? А, благополучие, конечно же, там, счастье, ну всего этого, как все желают, понимаешь, да? Вот так вот, короче, чтобы все у тебя сложилось в будущем с твоей прекрасной, очаровательной девушкой, чтобы у вас были такие же дети, чтобы у вас все было просто замечательно, чтобы достигал поставленных целей. Ну, всего тебе, короче, я желаю от всей души искренне. Все, Тёмка, с днем рождения, давай удачи, всегда оставайся таким же позитивным чуваком, давай. Мы хотим поздравить с днем рождения самого обаятельного, самого красивого, самого умного, самого способного, самого крутого мужчину в этом городе. Удачи тебе, Артем, творческого продвижения в твоем деле, которым ты хочешь заниматься, чтобы у тебя в жизни все складывалось, чтобы все было так, как ты хочешь. А мы, твои близкие люди, всегда тебя поддержим, потому что мы в тебя очень верим. Вот ты видишь, кто это, вот, на карточках, вот. Да, специально. День мы рождения. Тебя очень сильно любим, очень братан. Сильно. Очень. Мы. Мы просто. Все, мы с тобой дружим с самого детства. Ты красавчик, молодец, с тобой горжусь. С днем рождения. 20! Братан, с днюхой! Я Хомяк, от лица типичных солигарчан. Поздравляю нашего Артемку с днем рождения. Желаем тебе счастья, любви, верных друзей. Не забывай о своих родных. Добивайся всегда поставленных тобой целей. И пусть сбываются все твои мечты. Мы любим тебя, Тёма. Артем, я знаю тебя с самого детства, это очень давно. И как бы я знаю, какой ты на самом деле человек. Ты настоящий человек, как бы человек с большой буквы. Я желаю тебе от чистого сердца души, ну, здоровья. Это впервой. А во второй, оставайся таким же нормальным, хорошим человеком. И все у тебя будет хорошо. Итак, Тёма, у тебя 20 лет, это, блядь, юбилей, нахуй. Блядь, ты добился просто пиздатых успехов на VIP Night Club. То, что Sky, Retro, Паутина, Fest, это полное говно по сравнению с тобой. Ты, блядь, просто пиздатый чел, нахуй. Ты, блядь, просто охуенно ведешь вечеринки, блядь. Я не знаю, как еще сказать. Ты просто пиздатый чел. Так и веди дальше, я не знаю, у тебя есть отличная девочка Элина. Больше тебе в жизни ничего не надо, кроме этого. Тёма, здоровья тебе, счастья. Шатечка, здоровьюшка, и больше ничего не надо. Шатечка, здоровьюшка, а остальное все прибудет. С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения. Мяч, с днем рождения, блядь. Здоровья тебе, счастья пацанского. Тихо, бабы.
хотелось бы поздравить Артема с днем рождения, пожелать ему самого лучшего, любви, здоровья, денег. Самое главное – это здоровье и хороших друзей. Если честно, с большего сказать, Артему, не знаю, с маленьких, блядь, таких вот лет, наверное. Артем очень хороший и правильный человек. Правильный как парень, как мужчина, наверное. Он, может быть, уже вырос. Я хотел бы просто ему нахуй пожелать, сука. Тема, ты, сука, красавец, блядь. Потому что расти, будь человеком, будь добрым человеком. Здоровья твоей семье, здоровья твоим близким. Здоровья твоей любимой и близким людям. Деньги, они прибавятся постепенно. Друзья, они придут со временем. Потому что друзья только закаляются. Пока в наши годы они закаляются. Они могут убираться, могут оставляться там. Дружи, будь хорошим человеком. У тебя все будет. Давай. Тёмочка, миленький, с днем рождения тебя. Будь всегда такой же позитивный, классный. Ты самый лучший МС города Солигорска и вообще Республики Беларусь. Ты самый классный. Оставься таким веселым, позитивным. Мега-мега-мега просто. Самое главное – здоровье. Честно. Все самое лучшее. Вер. С днем рождения, нахуй. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Стой. Сколько вам лет? 20. 20? Да. До юбилей, да? Все, давай. Все. Так, подожди, у нас паутина, фест, Искай. Искай, все, давай. Угу. Поехали. Махни. Привет. Блядь, что говорить? Ну, блядь. Привет. Привет. Здорово, Тёма, с днюхой тебя поздравляю. Желаю тебе благополучия, крепкого здоровья, большой любви. Также хотела бы тебе пожелать. Здорово, Тёма. Снюхай тебя. Сука, блядь. Как он там ВКонтакте такой? Залипаю ВКонтакте. Мобилка. Так, а что вы сюда идете? Да не, отойдите просто, ну мы реально сейчас, ну... Мы хотим сказать кое-что интимное. Все, ну уйдите. Про интимную подробность. Про подробность. Мне так легче, когда вот... На душе легче. Так, ой, бля, кислота ебашит. Сука! Да, похуй, да конечно. Можно обрезать. Так, подожди, стой, все. Подожди, я покажу. Это Саня, подожди, я покажу. До сентября обязательно 2 килограмма. Ну что, так. Артём, что можно еще сказать к тому, что мы сказали? Как бы, ну, вот видишь. Это кто? Кто это? Я не знаю. Я тоже не знаю. Жена будущая. Жена? Это не вставляет об этом. Это так, жена. Ну это так, жена. Третий раз 18. Мы тебя очень сильно... Это не ты должен говорить. Реально, он так слепит вообще, Тёма. Я не представляю, как ты выживаешь, когда мы тебя снимаем. Ну, короче, сегодня... Пурево его снимаю. Какое пурево? Немецкое. К сожалению, день рождения только раз говорю. Что это? Поздравь на корточках. Я на карточах, братан, блядь. Видишь, посадили, блядь. 21 мая, блядь. У тебя день рождения, блядь. Поздравляю тебя, сука, с днем рождения, блядь. 20 он тебе, блядь. Ой, блядь, что еще сказать?